Здравствуйте! Предлагаю вашему вниманию короткий, но очень эффективный тест для проверки финансовой грамотности. Условно, всех людей можно отнести к трем категориям, в зависимости от того, как они умеют распоряжаться своими деньгами. Первая категория – это те люди, которые постоянно находятся в долгах. То есть они пожизненно тратят больше, чем могут заработать. Конечно, есть объективные причины для этого в некоторых случаях. Например, человек является инвалидом детства, его пенсии не хватает на покрытие расходов. Но, как показывает практика, что в большинстве случаев это объясняется очень просто. Людям не хватает знаний о том, как умело распоряжаться финансами. Вторая категория – это те люди, которые, хотя и не имеют долгов, но тратят все заработанное. И при этом хочется отметить, что здесь не зависит уровень дохода человека. Сколько он зарабатывает в месяц? $100, 1000 или 10 тысяч. Все постепенно расходится. И положение такого человека можно сравнить с ситуацией, в которой находится канатоходец. То есть это очень шаткое финансовое равновесие. Любая незапланированная необходимая покупка или другая трата, например, ремонт автомобиля, без которого не обойтись, но поломки не ожидали. И все, человек уходит просто в минуса. Третья категория людей – это те, которые часть заработанных средств отлаживают и умножают. И при этом хочу заметить, что, как и в предыдущем случае, здесь не зависит то, сколько человек отлаживает. $1 в месяц, $10 в месяц или $100 в месяц. Самое главное принцип. Человек каждый месяц делает накопление. Конечно, возможно, вы расстроились, если увидели себя в первой или второй категории. Но ситуация вполне поправима. Например, можно эффективно вести домашний бюджет. У меня на канале будут выходить и другие ролики о том, как мудро распоряжаться финансами. Поэтому не забудьте подписаться на канал, если этого еще не сделали. Нажмите на колокольчик, чтобы пришло уведомление о новом ролике. Ну и до новых встреч на YouTube. Всего хорошего!